Сегодня проходит очень активно, значит, очень явка хорошая. Ну, я скажу, что я всегда говорю, самая хорошая агитация – это реальные дела. Поэтому народ видит, значит, со стороны президента, правительства, сегодня, значит, Государственного совета делается очень многое для развития наших районов, районных центров, городов, наших сельских территорий. Поэтому я считаю, вот самый впереди, вот это последующие 5 лет для депутатов, это самая главная, наверное, задача будет, чтобы работали, значит, над повышением заработной платы, над повышением пенсии, значит, над повышением заработно-бюджетным работникам в том числе. Потому что сегодня строится в Татарстане, строится много заводов, фабрик, значит, открывается новое производство, выпускается, соответственно, товары. Если нет покупательной способности, будет некому покупать. Так вот получается. Поэтому сегодня, я думаю, мы изберем такой работящий, значит, работоспособный, значит, такой профессиональный, значит, парламент, который в течение последующих 5 лет будет принимать законы, законы в том числе, значит, по улучшению, по благополучию, для улучшения жизни наших, значит, граждан.